привет! Я Нефру Мерит, и сегодня мы выучим еще одну связочку в стиле Tribal Fusion Belly Dance. Не забываем про основную позицию. Ножки у нас на ширине таза, колени мягкие. Низ живота подтянули, копчик слегка опустили вниз. Грудную клетку вытягиваем в диагональ. Плечевые суставы уводим вперед, вверх, назад, внутрь, вниз. Растащили в стороны с лопатками. Вывели ручки вперед на 45 градусов. Запястья выдавили слегка вперед и вниз. Локти подкрутили слегка вверх. И вытягиваемся вверх через макушку. Вот. Изначально мы стоим лицом в анфас. Правая ножка у нас в стороне. Сначала у нас одна рука идет за 4 счета вверх по вот такой траектории. Я ее объясняла в предыдущей связке. Вот, но, может быть, еще напомню. То есть поставили локти четко назад, ладошки вперед. Идем примерно до параллели полу, соединяем сзади кончики, ладошки кончиками пальцев и вытягиваем вверх. Раз, два. Чаще всего вот это положение, это ускорение. Раз, два. Угу, хорошо. Но здесь у нас только одна ручка, она идет спокойно за 4 счета. Другая просто висит в стороне. Раз, два, три, четыре. А это просто по себе. Запястьем вверх, локоточек выводим вперед. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть что мы делаем? Ручки у нас спускаются четко по себе, прям по себе, по-настоящему по себе, вот как в стрипе. Вот, ножку мы подтягиваем на место и как будто выбиваем бедро на обычную вертикальную восьмерку или реверс таксим с левого бедра. То что мы делаем? На И сделали замах, опустили левое бедро вниз, сдвинули в сторону, не до самого конца, не садимся в него. И поднимаем вверх, слайд вниз в диагональ, подняли бедро, слайд вниз в диагональ, подняли бедро. То есть сдвинули вверх, сдвинули вверх. Получается одна петелечка, другая петелечка, как будто что-то зачерпываем бедром снизу вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вес у нас сейчас на левой ножке. Ручки оставили здесь ладошками на плечах. На раз мы четко скинули и резко их вниз. Два пауза. На три, четыре, два удара грудью вверх. На пять, шесть, волна сверху вниз. Поменяли вес. Теперь левое колено согнуто. Левая ножка у нас на подушках под пальцами стоит. На семь мы ее подкинули. И на 8 опустили левое ребро вниз, вот, и, соответственно, скрутили голень тоже внутрь. Бедро, соответственно, левое чуть-чуть само по себе опустится вниз. 8. Дальше ручки вот таким образом, как я показала в начале, за 4 счета поднимаются вверх, поворот через правое плечо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Голова у нас делает круг справа налево. И бедрами мы делаем прямую тарелку, тоже справа налево, по точкам. Слайд в сторону, вывели голову подбородочком чуть вперед и вверх, в сторону, на место. Слайд, диагональ, слайд, центр. Раз, два, три, четыре. А макушечка у нас при этом остается на месте. Вот. И тарелка. Правое бедро вверх, копчик вниз, поясница здесь выпрямилась. Левое бедро вверх и левое бедро на место. Еще раз по точкам голова. Раз, два, три, четыре. Бедра. Раз, два, три, четыре. Соединили отдельно. Справа налево, справа налево. Угу. И вместе. То есть получается голова у нас как будто стремится к бедру. Голова вправо, бедро вверх. Голова в диагональ, копчик вниз, голова влево, левое бедро вверх, голова прямо, соответственно, таз прямо. Спиной лучше покажу. Отдельно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вместе. Раз, два, три, четыре. И соединили. И когда мы стоим в положении в диагональ, у нас голова на 5-6 делает круг справа налево. Сначала только она, только одна, вот, а затем на второй кружок мы добавляем уже тарелку. Получится 5, 6, 7,
восемь. Только голова с бедрами. Дальше счет у нас уже поменяется. Будет не по восьмеркам, а раз, два, три, раз, два. Поэтому вот эта часть лицом и затем спиной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Пауза. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И спиной. Видно меня? Видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Пауза. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше. Ручки у нас были обе наверху. Вот на раз мы резко кладем их скрестно на грудь и делаем поворот через левое плечо. Раз, два, три. Четко прямыми выкинули их вперед. Вот, на предыдущем видео я говорила, что у меня травма правого плеча, и мне на самом деле вообще не рекомендуется работать правой рукой плечом, поэтому я не могу делать какие-то прям супер жесткие четкие движения. В общем, просто имейте в виду, что правая рука должна работать так же четко, да, и нормально, соответственно, как левая. Поэтому скрестили руки на груди, если выкидываете правую, соответственно, правая сверху. Два, три. И дальше раз, два. Мы скручиваем один локоть вверх и другой локоть вверх. Четко вверх, вверх. То есть еще раз, как это происходит? Плечо у нас остается на месте, запястье у нас остается в исходном положении, когда оно чуть-чуть выдавлено. Из нейтральной точки мы скручиваем локоть четко вверх, запястье само выдавливается на место и вернули обратно. Раз, два, раз, два, раз, два. И поэтому мы повернулись на раз, на два, три мы выкинули одну руку, другую руку. Затем один локоть скрутили и другой локоть скрутили. Вот я право не буду делать, а вы делаете. Вот скручивание локтя вверх. В общем, раз, поворот, два, три, раз, два. Дальше правая рука у нас уходит просто на талию, а левая у нас заныривает предплечьем внутрь, как бы ладошка повернута вверх. И уходит на место. И при этом мы делаем круг слева направо и разворачиваем себя лицом в правую диагональ, вес на правой ноге. Сейчас, когда спиной буду показывать, будет чуть-чуть понятнее. В общем, поворот. Раз, два, три, локоть, локоть. Раз, два, три. Раз, два. То есть на раз мы делаем обратную волну левой рукой. Сейчас я ее напомню. На и делаем замах ладошкой максимально параллельно стене. Ползем пальчиками до основания запястья, как будто упираемся в невидимую поверхность, поэтому запястье поднимается вверх. И теперь попеременно работаем двумя суставами. Запястье вниз, локоть вверх, как мы сейчас делали. Локоть на место, плечевой сустав вверх, прямо. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Плавно. Раз. И на два просто четко отвернули голову в сторону от зрителя. Правая рука при этом у нас, да, соответственно, стоит на талии. Лицом, потом спиной. Раз. Два. Три. Локоть. Локоть. Раз. Два. Три, раз, два. Дальше. Это будет видно только если я стою лицом. Мы поднимаем левое бедро вверх, левое плечо вверх. Вместе опускаем прямо до прямого положения. И за два замка поднимаем левое бедро вверх. То есть один сектор поделили на два маленьких. Не два удара,
а два маленьких замка. То есть один кусочек разделили на два. То есть бедро, плечо вместе, бедро, бедро. Тоже так же делится по счетам. Раз, два, три, раз, два. Угу. Голова при этом все время отвернута вправо, только на последние два замка бедро она также поворачивается за два сектора на место. Раз, два. Угу. Все вместе. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Локоть, локоть. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Дальше делаем халявную обратную волну. Левой рукой правой. Два, три. Мягко подняли грудь вверх, но максимально высоко. Раз, сбросили вниз, зажали верхний пресс, надули низ живота. Два, копчик опустили вниз, живот втянули. Угу. Еще раз лицом весь этот блок. Раз, два, три, локоть, локоть. Раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. Раз, два. Эту рукой-то также делаем. Два, раз, два, три, раз, два. Угу. И спиной этот кусок. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, локоть, локоть. Раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. Угу. И все вместе, спиной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, пауза. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Два, три, локоть, локоть. Раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. Угу. Хорошо. Дальше. Мы отставляем опять правую ножку в сторону и делаем боковой слайд сверху вниз. То есть голова делает слайд. Грудная клетка половина восьмерки, переходим на эту ногу, приподнимаем бедро, сброс. То есть сверху вниз по кусочкам сдвинулись слева направо, перекатились. То есть сдвигается голова, грудь остается на месте. Половина восьмерки, то есть опустили левое ребро вниз, сделали слайд, грудь потянула за собой бедро, которое тоже до предела оставалось на месте, подтянули, сбросили. Раз, два. Затем 3-4, мы, соответственно, подтянули ножку обратно, сделали круг грудью вместе с плечами слева направо. И на 5-6-7-8 сделали круг уже справа налево, не только грудью, да, всем корпусом, то есть еще и с вот таким наклоном, а таз старается остаться на месте. То есть мы опять делаем вот это заныривание обратной волной рукой халявной. Плечо как бы толкает грудь на слайд и весь корпус на слайд. То есть голову мы сейчас на месте не останавливаем. 5, 6, 7, 8. То есть на месте круг грудью слева направо с плечами. Можно даже делать небольшой замах в противоположную сторону. Затем эта рука заныривает. Плечом толкаем грудь, вообще корпус на слайд. Соответственно, и делаем круг. Грудью вместе с корпусом. 5, 6, 7, 8. Уже замедляемся. Соответственно, как руки здесь работают? Занырнули, подняли плечо, плечом толкнули грудь. Соответственно, как будто выдавили правое плечо, которым я сейчас не могу работать. В общем, сделали прямую волну правой рукой. И, соответственно, дальше небольшой всплеск. Соответственно, пока делаем круг корпуса.
Вообще это можно, да, с другой такой точки зрения рассмотреть, как мы сдвигаем грудь в ручку. То есть если ориентироваться, например, на локти, это не совсем одно и то же, да, но это как бы такая вот базовая концепция, которая есть. Делаем слайд, соответственно, локоть у нас скручивается вверх. Жутко, короче. Итого, боковой слайд сверху вниз. Подтянули, соответственно, ножку, пока делаем круг груди, ручки здесь свободные. Потом хоп, занырнули, выбили другую ручку и сделали круг корпуса. Угу. Вот вначале тоже, кстати, можно добавить маленькую халяву на обратную волну. Она всегда к месту. Еще раз напоминаю, как она делается. Разворачиваем ладошку вверх, собираем пальчики, как на обратную волну, заныриваем анатомическим предплечьем под плечо. Затем разворачиваем кисть на место, выдавливаем запястье вниз, приподнимаем плечевой сустав вверх, бум, поставили на место. Раз, два. Вот. Собрали сейчас ручку в кулачки. Фактически это похоже на упражнение с разминки или с физкультуры. Просто добавляем пальчики для пущего эффекта и плечевой сустав. То есть как у нас был боковой слайд в предыдущей связке. Фактически наша, да, то же самое идет, просто можно делать это внизу и менее амплитудно. Получается, раз, два, три, четыре, как бы пять, шесть, семь, восемь. Угу. Хорошо. Теперь давайте отсюда со счета раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, локоть, локоть. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два. И тут раз, два, три, четыре, это как бы и пять, шесть, семь, восемь. Дальше подтягиваем ручки к себе, ладошками вверх. И спускаем как бы по себе вниз. За 4 счет. Раз, два, три, четыре. Ножку правую ставим на носочек и делаем 2 восьмерки правым бедром вместе с шими. Раз, раз, два, три, четыре. Еще раз, восьмерка, да, похоже на балетдансерскую, а может быть вообще точно такая же. Сейчас по точкам объясню. Скрутили правое бедро назад, подняли копчик вверх, скрутили его вперед, опустили бедро вниз. Опустили копчик вниз. И затем вторая. Сразу скрутили бедро назад. Опять подняли вверх. Скрутили вперед. Опустили вниз. Опустили копчик вниз. Ну, дальше сам таз выравнивается на место. То есть одна петелька большая, маленькая. Одна маленькая. Соответственно, эта нога у нас стоит на носке. 5, 6, 7, 8. И вместе с мелкой тряской шими. 5, 6, 7, 8. И ручками как бы показываем. 5, 6, 7, 8. На и вытягиваем ножку, да, вперед. Тут не влезает в кадр. В общем, вытягиваем вперед. Делаем небольшой акцент. Заводим на ронд. Ручки свободные. Реверс-поворот. Подтягиваем левую ножку, соответственно, к правой. Просто поставили точечку. Вот раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Все, у нас получается удар в левую диагональ грудью и в правую. 7, 8. Раз, два. Можно добавить тут обратную волну. Раз, два, три, четыре. И 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. И можно тоже взмах ручками сделать. И 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, 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 5, 6. 7, 8, раз, два, три, локоть, локоть, раз, два, три, раз, два,
Раз, два, три, раз, два, раз. Также занырнули. Два, три, раз, два. Раз, два, три, четыре. И, да, простите, и пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре и пять, шесть. Да, ручки скрестили, развели. Семь, восемь. Ну, давайте еще маленький кусочек тогда затронем, потому что там только самая движуха пошла. Вот. У нас идет, соответственно, четыре шага с левой ноги. Одна ножка перед другой. На каждой делаем по удару. Раз, два, три, четыре. Соответственно, опускаемся на полную стопу, потому что, да, эти удары мы делали только на носочках, только на полупальцах. Раз, два, три, четыре. Правое бедро было наверху, это уже как замах. Опускаемся на полную, опускаем правое бедро вниз и прокручиваем 4 ами. Ручки у нас спускаются по себе. В общем, у нас работает противоположная рука от ноги. Если мы идем с левой, то у нас идет правая. На плечо параллельно полу, другая рука, это вверх, и перекрестили. То есть правая-левая, правая-левая. А нога левая-правая, левая-правая. Я правой рукой делать не буду. Вот, и получается, что мы идем вот так имитировать. Раз, два, это наверх, три, четыре. И спускаем. Пять, шесть, семь, восемь. Угу. Дальше мы резко опять уходим вниз, коленочки в сторону, пяточки стараемся держать более-менее вместе. Правую руку кладем на ребра, а левую по вот такой траектории вверх. Раз, пауза. И тут мне полностью не видно. Ну, в общем, ладно, мы делаем два маленьких прыжочка на 3-4. Два таких вот, как бы, кивочка вместе с ладошкой. 3-4, 5-6-7-8. И встаем как в стрипе. Соответственно, разгибаем сначала колени, спина прямая, и затем доводим корпус, а ручки у нас идут по себе, по бедру. Все вместе, лицом, спиной и под музыку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Раз, два, три, локоть, локоть. Раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь. Я вам собрала. Давайте спиной к вам встану и затем под музыку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Раз, два, три, локоть, локоть. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь. Я без рук. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.